73 года назад закончилась Великая Отечественная война, самая страшная и кровопролитная в истории. Уходящие годы еще ярче высвечивают значение Великой Победы для каждого. Нам дано огромное счастье просто жить. Перед началом шествия мы попросили участников акции рассказать нам о своих предках, побывавших на войне. Призван был Лязовский район, Еланский район. Весной 42 года. Прошел войну от Сталинграда до Праги. Вернулся в 47 году. Мой дедушка Привиденцев Владимир Алексеевич был участником войны. Даже в годы войны считался погибшим в списках, которые присылали с войны, приходили. Считался погибшим. Но потом, к великому счастью нашему, он жив все-таки. И очень любим, помним, гордимся. Помню дедушку, застала его живым еще в детстве. Слезы на глазах. Это, ну, очень хороший, великий праздник. Действительно, бессмертный полк – это вот великая память нашим воинам, благодаря которым мы сегодня живем. С праздником! Теплая весенняя погода позволила михайловцам достойно отметить День Победы, побывать на разных мероприятиях, почтить память павших и сказать спасибо тем, кто воевал. 9 мая началось шествие бессмертного полка, в котором приняли участие более 6 тысяч человек. Михайловцы от мала до велика несли плакаты с фотографиями своих родных и близких, погибших в годы войны и не доживших до этой годовщины победы. Победным строем колонны двигались к обелиску Победы и на площадь Конституции для участия в праздничном митинге и концерте. В этот святой для нас всех день, в память обо всех погибших, к обелиску легли венки и живые цветы. Трудовые коллективы, учебные заведения приняли участие в церемонии возложения гирлянд памяти. Вся площадь застыла в минуте молчания. Праздник, цветущий, яркий, светлый, продолжился в парке. Работала полевая кухня, где всех желающих бесплатно кормили военной кашей и угощали горячим чаем. В честь 9 мая вечером прогремел победный салют.